Добрый день, дорогие друзья. Я рад, что эта тема оказалась настолько для вас значимой, что вы даже в выходной день готовы отчасти посвятить этому вопросу. На самом деле, да, ситуация достаточно интересная, сложная, и мне кажется, тут я солидарен с предыдущим выступающим, с Иваном, что, к сожалению, маловато об этом говорят, в том числе в России, о ситуации современной формы рабства. Ну, я постараюсь такой экскурс небольшой дать. Почему, собственно, эта тема меня, да, затронула? Дело в том, что я работаю в организации, которая занимается помощью трудовым мигрантам, и примерно 35% обращений в нашу организацию, они связаны с нарушениями трудовых прав мигрантов. Как правило, это заемный труд. О нем мы сегодня тоже будем говорить, как, в общем-то, об одной из современных форм рабства. Но и случаются более, скажем так, более тяжелые случаи нарушения прав человека в отношении мигрантов, которые уже напрямую связаны с иногда с хищением человека, иногда с перевозкой, с укрывательством, с вербовкой, с принуждением к труду. И на такие случаи мы тоже стараемся реагировать. Вот буквально сегодня ночью вели переговоры, вчера вечером, сегодня ночью вели переговоры с коллегами из Иванова о том, чтобы там помочь из долгового состояния долговой кабалы вытащить двух гражданок Узбекистана. Так что, в общем, ситуация для нас рабочая. И еще раз отдельно хочу подчеркнуть, что мы сегодня, видимо, ввиду особенностей формата, да, и особенностей недостатка времени, мы будем говорить именно о современных формах рабства. Исторический феномен зависимости человека от человека, да, или юридическим языком выражаясь, осуществление в отношении человека полномочий, присущих праву собственности. Да, вот исторически этот феномен, он достаточно сложный, многогранный, и с этой сложностью мы сегодня столкнемся. Надо сказать, что история борьбы против рабства имеет, в общем, множество славных страниц, она очень длительная и в целом, надо сказать, победоносная. Но я думаю, что если интересно, я в режиме вопросов и ответов, да, готов буду какое-то внимание этому уделить, но все-таки коснемся современности. Современности какого рода? У нас существует с начала 20 века целый корпус международных норм, которые прямо признают рабство нелегальным явлением, отменяют его, запрещают и так далее. Начиная с конвенции о рабстве, которая принята Лигой наций в 1926 году, дополнительная конвенция, ее дополняет, соответственно, 1956 года, международные пакты об экономических, социально-культурных правах, о гражданских, политических правах и так далее. Вообще, всеобщая декларация прав человека содержит четвертую статью, да, которая провозглашает, что ни один человек не может находиться в принудительном состоянии. Соответственно, с правовой точки зрения рабство, строго говоря, в современном мире не существует. Но, как известно, если чего-то не существует с правовой точки зрения, совершенно не обязательно этого не существует в действительности. Более того, историки иногда подчеркивают, что вообще для историка интересный факт. Чем больше принимается законов, запретительных, ограничивающих на какую-либо тему, тем более, значит, эти формы общественных отношений, которые пытаются ограничить, тем более они живучи и тем более они оказывают влияние на социальную реальность. Итак, что он считает современными формами рабства? Во-первых, трудовая эксплуатация, то есть ситуация, в которой человека заставляют трудиться без должной оплаты труда и применяют в отношении него различные нормы принуждения. Следующая форма, достаточно важная для нас, это долговая кабала, либо долговое рабство. Это исторически одна из самых древнейших форм зависимости человека от человека. И, в общем-то, продать в долговую кабалу было совершенно нормальным явлением еще, ну, например, со времен древней Иудеи. Но вот сегодня как эта ситуация выглядит? При попытке, например, трудоустройства, при попытке оформления каких-то документов, в общем, работник, жертва торговли людьми, либо жертва рабства, оказывается в состоянии, оказывается, в общем, в ситуации, когда он должен своему
эксплуататору. И, в общем, этот долг никак нельзя отдать, кроме как выплачивать его посредством собственного труда. При этом удерживаются, например, залог документы. Вот долговая кабала. Следующей современной формой рабства признается, в принципе, крепостное состояние. Здесь тоже вещь достаточно дискуссионная исторически. Давайте ее пока сегодня историкам оставим, да, насколько крепостное право оно соответствует институту рабства. Потому что сходства, они, в общем, вполне серьезные и очевидные. Ну вот он признает крепостное состояние, которое еще присуще в отдельным обществам, прежде всего в Африке, например, одной из современных форм рабства признает. Далее ситуация, связанная с эксплуатацией детского труда и вовлечением детей в различного рода активности, которые требуют принуждения детей. Здесь могут быть разные совершенно форматы. От эксплуатации детского труда в производстве, на каких-то сельскохозяйственных работах массовых, от эксплуатации домашнего детского труда, до, например, вовлечения детей в деятельность каких-то законных вооруженных формирований, которые тоже, к сожалению, имеют место быть. Ну и, соответственно, сексуальная эксплуатация детей тоже вот в это понятие входит. Далее, торговля людьми, которая включает в себя следующие составляющие. Во-первых, вербовку любыми возможными способами, в том числе с использованием личных контактов или современных технологий. Затем перевозку, то есть перемещение человека либо внутри страны, либо через границы. Законность или незаконность пересечения границы при этом, как правило, не имеет значения. Затем наступает укрывательство человека, его удерживание под контролем или ограничение свободы передвижения до наступления стадии эксплуатации или до перемещения к месту эксплуатации. В том числе, кстати, одной из форм торговли людьми является торговля людьми с целью использования человеческих органов. Да? Поэтому результатом такого укрывательства является в том числе доставление человека в медицинское какое-то учреждение, в какую-то подпольную лабораторию для извлечения органов, например, в целях трансплантации. И четвертая стадия – это, собственно, получение человека, получение для последующей эксплуатации или перепродажи. Вот, соответственно, составляющая торговли людьми, которая связана с человеческим трафиком, трафиком людей. Следующая форма – это сексуальное рабство, то есть осуществление, да, торговли людьми, трудовой эксплуатации, долговой кабалы и так далее с целью вот именно сексуальной эксплуатации. Важно понимать, в России это очень редко звучит, но для методологии ООН это весьма существенно. Дело в том, что ООН признает одной из форм современных форм рабства принудительные браки в том числе и продажу жен. То есть что это такое? Это присущие для многих традиционных обществ, так называемые браки, да, по сговору или браки по сватовству, когда фактически в отношении невесты осуществляются такие отношения, ну, скажем так, опять же, присущие праву собственности. Да? Субъектами свадьбы здесь является семья жениха, да, которая покупает у семьи невесты человека, да, в свое распоряжение. То есть, соответственно, субъект-субъектные отношения, они вот происходят в этой сфере. А девушка выступает как объект, да, который продают, соответственно, в семью чужую, где она должна выполнять определенные, в общем, трудовые, кстати, функции. Вот в современных формах такие формы зависимости в России тоже, кстати, существуют, принудительных браков и браков по сватовству, но совершенно еще не осмыслены, как мне кажется, в общественном дискурсе именно в этом ключе, да, как современные формы рабства. Давайте, собственно, о тех данных, которые были уже озвучены сегодня. Сколько, собственно, в мире примерно и в России людей, которые могут находиться в современных формах рабства. По данным Международной организации труда, на 16-18 год около 40 миллионов человек находятся в мире в состоянии современных форм рабства. При этом, сейчас давайте более детально это найду. Значит, 40 миллионов 300 тысяч человек в современных формах рабства, из них примерно 25 миллионов человек жертвы современного рабства, 15,5 миллионов человек, около 15,5 миллионов подвергаются эксплуатации и принудительному замужеству. То есть
как раз вот эта ситуация. Из тех 25 миллионов, которые находятся в состоянии неволи, 16 миллионов подвергаются эксплуатации в частном секторе, на строительстве, сельском хозяйстве, работе по уходу за домом. Примерно почти 5 миллионов человек принуждаются к проституции, то есть находятся в состоянии сексуальной эксплуатации. 4 миллиона являются жертвами принудительного труда в государственном секторе. Женщины и девочки составляют 99% жертв сексуальной эксплуатации и 58% жертв других форм принуждения. То есть мы видим уже, да, какие у нас уязвимые группы появляются. Это, в общем, заметно, понятно. Прежде всего, это женщины и дети. Как раз по методологии МОД. Теперь, как эта ситуация выглядит в России? Уже прозвучало, да, в введении, Иван упомянул Global Slavery Index, который ведет организация Walk Free Foundation. Это попытка, скажем так, представить комплексную ситуацию с распространением современных форм рабства в зависимости от страны на карте мира. Ну и, соответственно, он существует в двух основных форматах. Первый формат – это, собственно, формат индекса, да, когда есть попытка посчитать, сколько человек на каждую тысячу человек населения находится в состоянии вот современного рабства. Вот по этим данным Россия, в общем, находится на 64-й позиции в мире, и в среднем от 5 до 10 человек, вот такой разброс, на каждую тысячу населения находится, по мнению составителей индекса на 2018 год, в современной форме рабства на территории России. Однако вот по абсолютным цифрам, да, это достаточно много, это около 800 тысяч человек. Как это посчитать по российской статистике, не очень понятно. Дело в том, что в Российском уголовном кодексе существуют две статьи, связанные с торговлей людьми и с использованием рабского труда. Они так и называются, собственно. По первой статье «Торговля людьми», то есть купля-продажа человека, это статья 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот на 2017 год передо мной данные. Заведено аж 23 дела. А вот по второй статье 127.2, это использование рабского труда, аж 6 дел. Соответственно, с точки зрения, таким образом, правоприменителей в Российской Федерации, то есть с точки зрения МВД, да, по России проблемы рабства выглядят так, что около 30 дел в год, и, в общем, это совершенно незначительная проблема. А почему так оказывается? Дело в том, что статьи 127.1 и 127.2, они содержат формулировки, которые следователям очень сложно в реальности воплотить в жизнь. Например, формулировка 127.2 статьи содержит прямую конвенциональную норму, то есть взятую из международного права норму, которая гласит примерно так. Использование рабского труда, в том числе, то есть предполагающего осуществление в отношении человека полномочий, присущих праву собственности. Соответственно, когда это попадает на стол следователю, когда он открывает эту статью Уголовного кодекса, перед ним становится задача, как доказать, да, что в отношении человека осуществлялись полномочия, присущие праву собственности. Соответственно, как это доказать в случае, если у нас статья 127.1, то есть купля-продажа человека, это, в общем, достаточно понятно. Большая часть дел по этой статье – это дела, связанные с покупкой, например, ребенка, да, новорожденного. Потому что есть какая-то определенная переписка, да, есть соглашение, есть, в общем, две стороны – субъект-субъект, которые передают объект человека за определенное вознаграждение от одного человека к другому. Соответственно, здесь достаточно просто это доказывается и для следствия удобно. С другой стороны, в ситуации именно использования рабского труда непонятно, насколько следователю непонятно, насколько именно в подневольном состоянии находился эксплуатируемый. И, в общем, до сих пор правоприменительная практика по таким статьям, она очень тяжелая. Но, тем не менее, вот две эти статьи, они позволяют Российской Федерации говорить, что, с одной стороны, работа ведется по пресечению такого рода преступлений, с другой стороны, это, в общем, совершенно не приоритетное направление деятельности, поскольку таких преступлений очень мало. Однако, по смежным статьям, связанным, по сути, с торговлей людьми, за 5 лет зарегистрировано случаев сексуальной эксплуатации, это данные вот по состоянию на 2017 год, соответственно, за 5 лет, да, к 2017 году, около 14 тысяч случаев сексуальной эксплуатации.
Соответственно, 101 500 почти случаев использования принудительного труда, 10,5 тысяч случаев эксплуатации в криминальной сфере. И за 2017 год, вот по данным коллег из организации «Альтернатива», за 2017 год суммарное количество преступлений, связанных с торговлей людьми, составляет около 43 618 случаев, за 2018 более 52 тысяч случаев. Соответственно, это только то, что попало в статистику МВД. Да? Соответственно, то есть это те люди, которые пришли, подали заявление, заявление приняли, были произведены определенные проверки, да, следственные действия и так далее. Сколько преступлений осталось таким образом не выявлено, да, не очень понятно. Вот по данным разного рода аналитических структур, которые изучают как раз особенности правоприменения в части вот, противодействия разного рода криминалу, да, регистрируется в России примерно одно из 8-9 преступлений. То есть, таким образом, если мы экстраполируем вот эту цифру, да, 52 тысячи случаев за 2018 год, умножим ее примерно на 8-9 раз, то мы получим что-то примерно похожее, да, на позиции Российской Федерации вот в этом Global Slavery Index. Таким образом, около где-то 520-600 тысяч человек, включая латентных, латентность, наверное, получим. При этом важно подчеркнуть, что совершенно неизвестно число жертв, которым была оказана помощь в таких случаях. Дело в том, что с 2008, насколько я помню, могу здесь немножко ошибаться, с 7 или с 8 года Межпарламентская ассамблея стран СНГ разработала при участии экспертов достаточно хороший модельный закон о противодействии торговле людьми, первый закон, и второй закон о защите жертв торговли людьми. С тех пор прошло уже достаточно много времени, и законодательство в части защиты жертв торговли людьми и противодействия торговле людьми стало частью большинства стран СНГ, ну вот кроме России. С 2008 года эти законопроекты лежат в общем, в Думе, не становятся частью национальной правовой системы, ну и в общем показывают наши приоритеты государству в этом направлении. Теперь давайте, собственно, поговорим о такой важной составляющей, да, современной формы рабства, как именно трудовая эксплуатация. Поскольку как раз наша организация с этим сталкивается больше всего, здесь можно приводить определенные примеры. Около 35% обращений в нашу организацию, они связаны с необходимостью защиты трудовых прав мигрантов. Это, как правило, невыплата зарплаты, незаконные увольнения, неформальное трудоустройство и деятельность посредников, незаконные штрафы, фиктивные трудовые и гражданско-правовые договоры. Как правило, эти обращения как раз связаны с практикой заемного труда, которая, как известно, с 2016 года у нас, ну, вроде бы запрещена, да, Трудовым кодексом, потому что здесь, конечно, тоже существует определенная дискуссия, что это было, да, запрет ли это заемного труда или, наоборот, какая-то его определенная легализация. Но, тем не менее, существует статья 56.1 Трудового кодекса, которая говорит, что заемный труд, труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах под управлением и контролем физического или юридического лица, которые не являются работодателем данного работника, вот в Российской Федерации запрещен. С чем мы по факту имеем дело? Вот по обращениям, собственно, нашу организацию, которыми я занимаюсь. Иностранный работник. Типичная ситуация выглядит примерно так. Иностранный работник, то есть трудовой мигрант, во-первых, вербуется посредником, зачастую в стране исхода. То есть он не связан напрямую, да, со своим непосредственным работодателем, он завербован. Затем, после того, как приехал в Россию, оформляется на работу в посреднической организации, которая его, оформив с ним некий документ, часто это совершенная пустышка, то есть юридически этот документ не может быть признан даже там гражданско-правовым договором, да, просто некая бумага. А с этим документом человек направляется на работу в иную организацию, либо в разные организации, то есть к фактическому работодателю, без оформления этого работодателя, да. При этом на работе он контролируется посредником, в том числе с помощью изъятия в залог личных документов, с помощью системы штрафов и вычетов, с помощью регулярных задержек заработной платы. В отдельных случаях такой трудовой мигрант наш проживает на территории посредника, контролирующего его распорядок дня и передвижения, но это не всегда происходит.
Как выглядят типичные условия труда? 12 часов в сутки, один выходной в неделю, и это хорошо, если такое есть. Регулярные задержки заработной платы, как правило, нам выплачиваются на 15 либо 30 дней позже, да, предусмотренного трудовым кодексом срока. Зарплата выплачивается всегда в конверте, то есть это, как сказать, не белый заработок, да, контроль со стороны посредника, либо бригадира непосредственно. А в случае, если работника это не устраивает, он увольняется без выплаты заработной платы. Точнее, не он увольняется, а его увольняют принудительно без выплаты зарплаты. Ну и, соответственно, такие условия труда приводят, созданы в общем для того, чтобы работник перерабатывал как раз под угрозой невыплаты заработной платы. Ну, вот, пожалуй, типичная схема. Было недавно обращение группы людей, которые работали в ресторане, значит, по-моему, 30 дней им не выплачивалась заработная плата, зарплата за, получается, за февраль не выплачивалась в марте. Да? И фирма, формальный работодатель, ликвидируется, заявляет работникам, что теперь они уволены, а долги по зарплате могут требовать, ну, с кого-то еще, кто придет на место юрлица. Соответственно, это достаточно типичная ситуация, и она описывается, в общем, вполне попадает, по моему мнению, в определение заемного труда. Более того, этот заемный труд, он у нас, несмотря на то, что формально запрещен, фактически он существует под названием аутстаффинг или аутсорсинг, да, то есть перенаправление на работу либо аренда рабочей силы для того, чтобы реальная работа происходила у иного работодателя, чем работодатель формальный. То есть специально существуют фирмы, которые занимаются таким аутсорсингом, аутстаффингом. Как правило, они и нанимают трудящихся мигрантов. Давайте эту ситуацию сопоставим с тем, что нам говорит, например, международное право, в частности, вот статья 3 протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, так называемый Палермский протокол ООН. Вот два пункта А и Б, процитирую. Первый. Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей или других форм с использованием форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает принудительный труд и услуги или принудительное состояние. Ну, соответственно, здесь в случаях, конкретно связанных с заемным трудом, мы сталкиваемся, конечно же, с ситуацией мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения. Либо вот задержки заработной платы можно трактовать как такой способ контроля, да, за работником, безусловно, чтобы он осуществлял в подневольном состоянии, фактически оказывал услуги или трудился. Ну и вот пункт Б. Согласие жертвы с точки зрения Палермского протокола ООН. Согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорилось выше, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия. То есть данная норма, она должна бы правоприменителя ориентировать, да, на то, что жертв торговли людьми, оказавшихся в такой ситуации, трудовой эксплуатации, необходимо как-то защищать. Но вот по факту происходит несколько по-другому. Привлечение к... Какие у нас существуют основные проблемы именно оказания помощи жертвам торговли людьми? Вот на нашей практике. Во-первых, для того, чтобы обратиться за помощью к правоохранительным органам, в полицию, жертва торговли людьми должна понимать, что имеет место риск привлечения ее, соответственно, к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Как это выглядит на практике? Допустим, вот у нас в Кодексе административных правонарушений есть статья 18.10, это незаконное трудоустройство, да, на территории Российской Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности. Мигрант, который по этой статье обвиняется, он может быть оштрафован на определенную сумму и выдворен за пределы Российской Федерации. Есть рядышком другая статья, 18.15, это незаконное привлечение иностранных работников. Работодатель за такое будет оштрафован на гораздо большую сумму, но тем не менее, для того, чтобы иметь незаконно привлеченных работников, да, нужно иметь работников, которые незаконно осуществляли эту самую трудовую деятельность.
Значит, фактически, с точки зрения, например, нашего кодекса административных правонарушений, ситуация выглядит так, что две стороны, работник и работодатель, дескать, как-то договорились, что вот ты меня будешь эксплуатировать, я буду эксплуатироваться, у нас все будет нормально, мы вместе будем нарушать. Вот. И, соответственно, обе эти стороны, получается, несут ответственность. Ну что, как мы видим, противоречит, да, ситуации. Кроме того, это принципиально противоречит ситуации не только с точки зрения международных норм, а с точки зрения вот как раз логики, логики современных форм рабства. Рабство – это всегда отношение субъект-объектное. Да? Есть субъект, который распоряжается, да, неким объектом, в нашем случае работником. И, соответственно, эти отношения заведомо неравноправны. Даже если работник, оказавшийся в роли такого объекта, он думает как-то, предполагает, что вот, может быть, все как-то пойдет по понятиям, нормально можно договориться, да, так или иначе зарплату вернут и так далее. Существует иллюзия вот этих договорных отношений, которые на самом деле совершенно неравноправны и по факту являются средством такого психологического давления, контроля над работником. Соответственно, когда такая жертва торговли людьми обращается в полицию, говоря о том, что мы стали жертвой, у нас, например, отобрали документы, заставляют работать в течение нескольких месяцев бесплатно. Самое первое, что делает полиция, проверяет по базе данных, обнаруживает, что данные лица оказываются на территории России незаконно, штрафует и выдворяет их. Вот самое простое, что может здесь полиция сделать. Так это было сделано, например, в 2011 году в отношении знаменитых жертв торговли людьми в Гальяново, да, знаменитая история в Москве, которая происходила с длительным использованием принудительного труда, с ограничением перемещения нескольких человек, выходцев из Таджикистана, по-моему, в одном из магазинчиков продуктовых в районе Гальянова Москвы. Вот там не получилось к уголовной ответственности привлечь фактически рабовладельца. Соответственно, к потерпевшим, если они трудовые мигранты, относятся как к соучастникам нарушения миграционного режима. Ну и, соответственно, поскольку, опять же, да, в стране нет закона о защите жертв торговли людьми, то они, получается, по всей строгости отвечают прежде всего сами, к сожалению. Следующие возможные проблемы. Зачастую наша правоохранительная система, она относится к потерпевшим исключительно как к стороне гражданско-правовых отношений. Что это такое? Например, вот у нас было достаточно большое дело в 2018 году, известное, когда речь шла о нескольких десятках граждан Узбекистана, которые привлекались, которые содержались в центре Петербурга, привлекались на работу на разных работодателей, у них в залог изъяли документы, и несколько месяцев они не получали заработную плату, которая у них удерживалась в счет некого долга. Соответственно, было подано несколько десятков заявлений в полицию. В результате проверки полиция обнаружила действительно на территории организации, где все это происходило, обнаружила двух иностранцев, допросила их, спросила, что происходит. Иностранцы сказали, вот мы тут работаем. Ну, работайте, здорово, у вас гражданско-правовые отношения, да, замечательно, пожалуйста, можете в суде их регулировать. А в данном случае, соответственно, тоже к ответственности реальный организатор современной формы рабства, реальный организатор трудовой эксплуатации, он не был привлечен. О том, что для следователей очень удобно применять, и они стараются этого не делать, да, применять статью 127.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть использование рабского труда, уже сказал, как правило, она не рассматривается. Но с другой стороны, опять же, например, за статью «Организация незаконной миграции» тоже положены достаточно серьезные сроки, то есть, возможно, какая-то часть лиц, да, вовлеченных в торговлю людьми, организаторов, они привлекаются по смежным статьям, например, по статье за организацию проституции или за организацию незаконной миграции, на примерно похожие сроки, но мы этого, в общем, не видим. А самое интересное, что не видят этого жертвы, да, торговли людьми, поскольку не признаются в качестве жертв торговли людьми, собственно. А совершенно нет никакой инфраструктуры поддержки и защиты жертв торговли людьми. Есть определенное количество общественных организаций, фондов, которые разной степенью активности, да, проявляют в этой сфере, помогают этим людям, но на национальном уровне таких средств не существует.
Говорилось уже о том, да, что Российская Федерация постоянно чего-то полезное у нас ратифицирует. Вот, например, из недавнего, в 2018 году, в конце 2018 года, был ратифицирован протокол 2014 года к 29-й конвенции МОД о принудительном труде, о запрете принудительного труда, соответственно, который говорит о том, что Россия теперь должна, что вот должна Россия делать. Обучать и информировать лиц, в частности, считающихся особо уязвимыми, с тем, чтобы не допустить их превращения в жертв принудительного или обязательного труда. Б. Обучать и информировать работодателей, с тем, чтобы не допустить их участия к практике принудительного или обязательного труда. С. Приложить усилия к обеспечению того, чтобы сфера охвата законодательства, касающегося принудительного и обязательного труда, распространялась на всех работников и на все сектора экономики. Затем, чтобы укреплялись органы инспекции труда и другие службы, отвечающие за исполнение этого законодательства, и должна в том числе обеспечить защиту лиц, в первую очередь трудовых мигрантов, от возможных злоупотреблений и мошеннической практики в процессе вербовки и найма. Звучит все это очень хорошо, а по факту мы имеем следующую ситуацию. Заемный труд у нас, да, сохраняется, процветает фактически под личиной аутсорсинга и аутстаффинга. Фактически он является одной из форм недобросовестного посредничества и торговли людьми. Ну и, соответственно, это уже совершенно не секрет. Более того, даже наши правительственные структуры признают, что именно такой заемный труд – это основная причина незаконной трудовой миграции, так называемой. Да, и основной фактор, который ведет к росту социальной конфликтности, именно по линии трудовые мигранты и их работодатели. А мы эту социальную конфликтность видим. Да, вот в феврале мы видели волнение работников Renaissance Construction, по-моему, эта фирма называлась, в районе строительства Лахта-центра. Вообще периодически такие конфликты происходят. И основная причина – это, конечно же, вот такой заемный труд. Не существует, к сожалению, государственных программ либо каких-то иных планов, мероприятий, которые были бы направлены на работу с мигрантами либо содержали бы задачи по предотвращению и пресечению заемного труда. Могла бы лучше, конечно, гораздо работать наши государственные инспекции, прокуратура, комиссии по признанию трудовых отношений. Но здесь есть определенные проблемы. Во-первых, эти институты сами по себе достаточно слабые, у них мало сотрудников. Во-вторых, часто они предпочитают работать формально. Например, видят трудовой договор, считают, что имеют место трудовые отношения, могут проверить работодателя, вмешаться. Не видят трудового договора, не считают, что имеют место трудовые отношения, не вмешиваются. Соответственно, в ситуации, когда с мигрантом заведомо не заключается никакой трудовой договор, либо какой-то гражданско-правовой, инспекция труда не вмешается в эту ситуацию совершенно. Теперь, о каких масштабах проблемы мы можем говорить, вот применительно, например, к ситуации в Санкт-Петербурге. Больше половины иностранных граждан, которые трудятся на основании патентов на работу у нас, то есть граждане государств СНГ, прежде всего Узбекистан, Таджикистан, Украина, Азербайджан, Молдова, они устраиваются на работу как раз вот в такие аутсорсинговые, аутстаффинговые агентства и затем уже распределяются на работу разного рода сферы экономики. Один и тот же человек может работать в один день в клининге, другой день, другую, например, неделю, другой месяц в сети гипермаркетов и так далее. То есть фактически вот больше половины мигрантов они устраиваются на должности подсобных рабочих именно в такие аутсорсинговые агентства, чтобы удобнее было их потом перенаправлять в разные сферы труда. Теперь вот интересные еще данные. Дело в том, что формально каждый работодатель, который привлекает именно трудового мигранта на работу, должен с ним заключить трудовой договор и уведомить в течение 3 дней с момента заключения трудового договора уведомить, соответственно, миграционную службу. Давайте посмотрим, как это происходило, например, в 2017 году. В 2017 году патентов на работу граждан государства СНГ в Петербурге было выдано около 230 тысяч. Из них, я сейчас вам вопрос задам, как вы думаете, сколько уведомлений получено было миграционной службой? Забегая вперед, скажу, что примерно 230 тысяч выданных патентов на работу это... В общем, каждый пакет документов на патент на работу включает в себя уже проект трудового договора. То есть это люди, которые 100% где-то трудоустроены. Из 230 тысяч, сколько, как вы думаете, было получено уведомлений?
Один момент, да? Надо поменять батарею. А, вот как? Отправлено 50 тысяч примерно уведомлений. То есть фактически примерно почти каждый пятый иностранец мог бы лишиться своего патента на работу просто на основании того, что он официально не трудоустроен. Да, потому что работодатель саботировал требования трудового законодательства миграционного. Еще интересней ситуация выглядит с гражданами Евразийского союза. Они приезжают в Санкт-Петербург тоже с целью трудоустройства. Например, за 2017 год это почти 173 тысячи человек. Соответственно, то же самое работодатель должен уведомлять о заключении трудовых договоров. Так вот, трудовых договоров они заключили аж на 11 тысяч человек. То есть меньше, чем каждый десятый оказался трудоустроен официально. Но они могли заключать, но не уведомлять, конечно. Могли заключать, уведомлять, могли уведомлять, но не заключать. Да, ну, да, на самом деле, на самом деле, что это все означает фактически? Это означает, что, во-первых, трудовые мигранты находятся в уязвимом состоянии, да, и в их отношении не применяются, либо абсолютно, совершенно не применяются нормы трудового законодательства, либо применяются формы, которые вот, являются современными формами рабства, то есть трудовая эксплуатация, долговая кабала и так далее, в том числе посредством увлечения схемы заемного труда. О масштабах говорить здесь достаточно сложно, потому что, как мы уже сказали, да, если нет заявлений в полицию, а их, в общем, откуда они появятся, да, если мигранты сами боятся об этом заявлять? Если нет заявлений в полицию, то система как бы не видит этой проблемы. Но фактически, вот, учитывая латентный характер современной формы рабства, ситуация достаточно тяжелая, потому что в этих формах зависимости, включающих вот, трудовую эксплуатацию, оказывается, в общем, сотни тысяч человек. Еще интереснее ситуация выглядит, скажем так, в международной перспективе. Дело в том, что каждое государство мира считает, что проблема рабства на его территории, конечно же, полностью ликвидирована. И как не камильфо говорить о том, что существуют вообще современные формы рабства. Вот одно из последних государств, которое так посчитало, например, в 1980-х годах в Мавритании было официально ликвидировано рабство. Там существует рабство многие сотни лет, такое крепостное состояние, целых групп населения. Ну вот с 80-х годов Мавритания считает, что рабство ликвидировано. Почему? Потому что по письменному заявлению каждый раб может, соответственно, подать заявление и заявить, что он теперь свободный человек. Проблема, казалось бы, формально решена, фактически, поскольку рабы безграмотны, да, как правило, они, в общем, этого не делают. Здесь это, конечно, сделало Мавританию тоже, в общем, поставило ее в ряд стран, в которых у нас рабство не существует. Ну и очень сложно государству какому-то сказать, да, что у нас есть проблема рабства, что мы с ней намерены бороться, и как-то это выглядит не очень престижно на международной арене. Поэтому ситуация, когда есть около 30 дел в год, да, связанных с современной формой рабства, с куплей-продажей человека и с использованием рабского труда, она, в общем, в этом плане совершенно нормально. Но хотелось бы, наверное, как-то перейти к вопросам, потому что, да, опираясь на вопросы, я могу как-то развить, там, привести примеры, вообще как-то более интерактивно пообщаться, да? Вот вы сказали о противоречии в законодательстве, когда у нас есть незаконное привлечение на работу работодателя и незаконная, собственно, работа работникам. Вот как-то поднимался этот вопрос, что согласно логике это как бы глупо? Ну да, то есть теоретически возможна ситуация с точки зрения законодателя, что вот такой незаконный работник приходит и прям вот он ведом желанием незаконно работать, вот приходит к работодателю, да, и вот есть тут территория работодателя, пришел какой-то работник, и вот прям не может работодатель его прогнать. Работает себе незаконно, хоть что-то с ним делать. Конечно, бессмысленно совершенно с точки зрения логики ситуация, но вот так она выглядит по соответствии с кодексом, да, административных правонарушений. То есть сам мигрант, да, должен следить за своими документами, ну и, соответственно, работодатель должен следить за документами мигранта, который он привлекает на работу. Для того, чтобы привлечь работодателя к ответственности, нужно у него, соответственно, обнаружить мигранта без документов. И мигранта привлечь к ответственности тоже.
А поскольку не существует такого понятия в законодательстве пока, как жертва торговли людьми, да, соответственно, этот человек не получит той защиты, да, которую бы хотелось, чтобы он получил. Поскольку, понятно, сам работник себя незаконно нанять никуда не может, да, и оформление трудовых отношений, вообще избегание современных форм рабства и эксплуатации – это задача работодателя прежде всего, которую работодатель часто не решает. Ну, справедливости ради надо сказать, что штрафы для работодателя там предусмотрены достаточно большие. Еще справедливости ради надо сказать, что работодатель может, например, в любой момент свое юридическое лицо как-то забросить, ликвидировать и даже этих штрафов избежать. Достаточно сложная ситуация. Да? Слушай, ну, у меня на самом деле много накопилось вопросов. Много, да, это хорошо. Просто предмет для разговора очень большой. Ну да, и я их даже разбил на группы. Да? Вот первая группа вопросов, все, что касается определения. Вот то определение, которое ты дал официальное, что рабство – это собственность на человека. Да? Мне кажется, что, ну или как некое подобие собственности. Тут уже есть проблема потенциальная, потому что ведь отношения частной собственности, их смысл в том, что они юридически зафиксированы. А именно потому, что в рамках законов данной страны невозможно зафиксировать как бы частную собственность на человека. Поэтому как бы частная собственность и рабство не могут, ну, не соотноситься друг с другом. Потому что частная собственность – это всегда то, что подтверждено законом. Как бы, да? Ну, да. А это мы как бы воображаем себе, что это нечто вроде частной собственности. Да? То есть это не буквально частная собственность, скорее так условно мы представляем. И может поэтому проблема вот с доказательством рабства, да, потому что, ну, а если человека, например, не продавали, а просто его эксплуатируют, вот, то есть как, откуда ты возьмешь частную собственность? Это скорее просто, что, то есть критерий, наверное, не вот этого частной собственности условная, а принудительность как бы труда, да, что есть свободный труд, а есть вот труд как бы с каким-то дополнительным принуждением. Вот это тоже достаточно, понимаешь, тоже очень зыбкий вопрос. Что есть принуждение? Да? Ну, есть формы принуждения физические, да, есть различные другие, например, материальные формы принуждения. Я тебе не заплачу зарплату за предыдущие 2 месяца, потому что ты неплохо работаешь в этом. Да? Да. Или, например, психологические, да, более хитрые формы. Ну вот нет у меня, да, я работодатель, вот я не могу тебе сейчас выдать всю зарплату. Я тебе сегодня дам, я не знаю, 500 рублей, еще через неделю 2000. У человека есть иллюзия, да, того, что он какие-то деньги получает и может на что-то надеяться. Фактически, вот речь идет о ситуации, конечно, мошенничества, обмана, разных средств принуждения. Но вот юридически, да, юридически рабство не существует в мире. Все, поскольку оно запрещено, да, здесь ты верно сказал, поскольку это феномен, который требует какого-то юридического, да, обоснования, да, то есть осуществление права собственности в отношении человека в мире, в общем, уже совершенно давно незаконно. Именно потому, что его нет. Да. Как бы, да? И с ним поэтому его тяжело увидеть и тяжело с ним бороться. И, конечно же, не совсем понятно, например, насколько корректно применять даже сам термин современной формы рабства, да, поскольку юридически это, грубо говоря, современная преступность просто в сфере там, принуждения, торговли, торговли людьми. Да, поэтому чаще употребляется термин торговля людьми, естественно, который вот незаконно. Поскольку рабство в принципе незаконно. Ну вот в российской ситуации очень сложно доказать вот эту именно ситуацию принуждения, зависимости, да, и осуществления полномочий, присущих да, распоряжению каким-то объектом, человеком. Вот, допустим, спрашивает следователь, например, работника, да, ты мог убежать, да, у тебя ограничивали там совсем твое пребывание. Мог. Почему ты этого не делал? Да? Мог прекратить работу, да, бросить работу, уйти в другое место. Да? То есть, если это не ситуация, когда человек совсем там привязан на цепи, да, есть договор, что лицо А купило у лица Б лицо С, да, это, конечно, фантастическая ситуация. Потому что, как правило, никто таких бумаг, естественно, вообще в принципе не заключает, на цепь не приковывает, достаточно других способов контроля. Например, взять у человека паспорт, неграмотного, плохо знающего язык человека заставит подписать некую бумажку о том, что он отдал паспорт на хранение, и все. Какие здесь средства принуждения? Да? Законные, частно-правовые отношения. Вот 2 субъекта права, один другому отдал паспорт. Имеет право? Имеет право. Кстати, вы знаете, какая ответственность по российскому законодательству положена за незаконное изъятие в залог, удержание в залог паспорта? Есть статья, нет, мне есть интересно, статья, предположите, да, есть такая статья, штраф за это положен. Как вы думаете, какой?
Незаконное изъятие паспорта в залог, удержание паспорта гражданина в залог. Статья, то это нет, это кодекс об административных правонарушениях, соответственно, штраф, это административное правонарушение. Штраф, какой штраф? Не знаю, 50 тысяч. 50 тысяч, ага. От 100 до 300 рублей. Интересно. Вот так вот. Хороший бизнес, как бы, да? Красть паспорта у людей вообще. Ты уже стартап задумывался? Да, да, да. По 300 рублей за паспорт вообще не проблема. Что-то, знаешь, законодатель это как-то не беспокоит, да? То есть это совершенно бессмысленно. Привлечение к ответственности по такой статье выглядит совершенно смехотворно. Хотя именно это и есть способ раскрутить, строго говоря, дело по другой, вот этой более тяжелой статье. Ну и вот здесь мой второй вопрос, уже не об определении, Здесь, строго говоря, именно изъятие паспорта в залог, если оно не содержит признаков, да, естественно, других преступлений. Ну да, да. Но само по себе изъятие паспорта в залог есть метод, да, принуждения. Ну да, так потом принуждение, теоретически можно было бы установить, да, в Америке, я уверен, прокурор бы сумел доказать, что человек, который не владеет языком, если он подписал какую-то бумажку, о хранении, да, то на самом деле это не работает, а это уже начало дела о рабстве, собственно, о каком-то принуждении. И мне кажется, что вот здесь есть такая тонкая вещь, то есть то, что человеку обещают зарплату заплатить и не платят, все-таки нельзя это рабство назвать. То есть, иначе мы все рабы, при капитализме. Но тема с паспортом, например, это уже принуждение, экстра такое, экстраэкономическое. То есть, если тебе паспорт не вернут, если ты решишь внезапно уволиться, или скажут тебе проработать еще 2 недели, это уже похоже на какое-то такое, какое-то крепостничество, да. То есть, мне кажется, неправильно записывают все случаи, когда человек просто работает без договора на каких-то непонятных условиях, и именно рабство. Да? Хотя, не знаю. То есть, мне кажется, что как марксисты подходят к рабству? Да? Они говорят, что капитализм изобрел новую форму отношений, когда человек формально свободен сменить работодателя, а фактически ему приходится работать за маленькие деньги, потому что нет других опций. Да? Он не свободен не иметь работодателя. Да, не свободен не иметь, но формально он может выбрать между Бургер Кингом, Макдональдсом, Термикордс. У него есть выбор теоретически, да. Но рабство и все виды крепостничества они отличаются тем, что есть экстраэкономическое принуждение. То есть, помимо необходимости просто работать, чтобы есть, еще какой-то человек что-то тебя заставляет именно. Что феодал, например, он тебя может убить, если ты пытаешься убежать с его поместья. Да? Тем более, если ты раб, тебя тоже тебя заточают в какую-то темницу. Ну, это, конечно, про заточение в темнице это так не выглядело даже в античности. Это вообще скорее некий стереотип, да, редкость. Более, наверное, корректно попробовать поговорить в этом плане про ситуацию торговли людьми. Да? Вербовка, перевозка, укрывательство, получение и эксплуатация человека. Соответственно, как в нашем случае ситуация может выглядеть? Если, допустим, мы с тобой договорились, что ты хочешь работать в Бургер Кинг, я тебя убедил, что это вообще очень здорово, что завтра мы с тобой поедем в Москву, я тебя устрою, да? Я тебя завтра привез в Москву, там работаешь по 12 часов с одним выходным месяц подряд, 2-3, я тебе подкидываю по 5 тысяч рублей в месяц, говорю, что пока больше не дают, а твой паспорт у меня на хранение, потому что я его, например, взял для того, чтобы тебе трудовой договор оформили. Принуждение это или нет? Ты долгое время не понимаешь, что это принуждение, ты не понимаешь, что ты стал объектом таких отношений. А ведь эта ситуация достаточно распространенная. Вот в каком-нибудь городе, кроме Москвы и Петербурга, ситуация, когда поехали, дорогой друг, я тебя устрою, в Москве все работают, у меня есть кореша, привезу, устрою, заберут документы и все. В принципе, является ли это современной формой рабства? Можно считать уже, да. То есть, если это ситуация торговли людьми, признается современной формой рабства в этом плане. Но при этом, понимаешь, заёмный труд, тут тоже важно смешивать. Все-таки бывает заёмный труд, который к этому не имеет отношения. Когда человек просто как устроено большинство агентств занятости, что ты регистрируешься, тебе звонят и говорят, сегодня ты 5 дней работаешь на ресепшене в офисе. Ты должен неделю поработать. Ты работаешь, получаешь почасовую оплату какую-то, потом ты еще не работаешь, потом опять звонят. То есть здесь нет никакой зависимости. Да? А заемный труд, когда тебя именно из другой страны перевозят,
а паспорт твой забирают, да, ты еще как бы плохо языком владеешь, да. То есть тут уже другая ситуация. Ну вот, вот как раз про эту ситуацию прокомментирую. Вот как эта ситуация выглядит фактически. Вот гражданин Узбекистана договорился с природным посредником, что его привезут в Россию, оформят на работу, он будет получать хорошие деньги. Его привезли, взяли документы, сказали, вот тебе мы выдадим трудовой договор, для этого нужен паспорт. Да? А пока иди работай туда-сюда, а потом оказывается, что ты должен из общежития, где ты живешь, и пока эти долги не отдашь, пока мы их не вычтем из твоей зарплаты, ты эту зарплату на руки не получишь. Либо... Если этого не говорят прямо, это может происходить косвенно, да, например, мы зарплату будем выплачивать с определенного рода задержкой, да, либо мы эту зарплату будем выплачивать только в том случае, если ты ведешь себя лояльно, да, не убегаешь, да, либо мы эту зарплату будем выплачивать в том объеме, более-менее в нормальном объеме, на который мы примерно договаривались, если ты будешь регулярно перерабатывать. То есть вот эта так называемая премиальная, да, система оплаты труда, когда тебе там принадлежит 5-10 тысяч рублей, а остальное как бы мы используем как механизм присуждения в качестве премии. И фактически в такой ситуации человек даже не знает, на кого он работает с юридической точки зрения. Он знает только своего посредника, который его сегодня везет туда, там через неделю в другое место, через месяц еще в другое место. Ну, просто ответ, да, можно чуть-чуть я прерву, как бы, наверное, другие тоже товарищи хотят задать вопросы. Потом, как бы, можешь чуть паузу сделать, очень интересно, но да. Ты хочешь вопрос? Нет. Вы сказали, что даже в античные времена, что типа рабов никто не удерживал в темнице. Ну, как правило, это такой образ существует, да, что есть там. Кандалы, да, прикованные, человек именно в этих кандалах, да, находится. На самом деле, даже античное рабство, я упомянул, да, в начале, что мы как бы не ставим задачи такой исторический обзор, это отдельная очень интересная тема, но были разные категории этих рабов, да, были рабы, которые могли там даже какую-то хозяйственную деятельность вести, да, там в интересах своего рабовладельца. Были рабы там надсмотрщики, распределители, были доверенные лица рабы. Там все было достаточно сложно и интересно с точки зрения историка. Но вот именно такой образ, да, что человека держат в кандалах, да, это возможно в какое-то первое время, если его только вот взяли, допустим, да, в античность это время, откуда брались рабы в античности, да, это такой военный трофей, да, соответственно, первое время, да, вот это, естественно, происходило как-то. А затем вот такие ситуации уже более интересные. Потом, не связанные именно с прикованием человека, с физическим его удержанием на цепи, не обязательно такое было. Ну, зависит очень сильно. То есть не обязательно это раб на галеру. Да, помимо галер было множество сфер, в том числе, кстати, такого интеллектуального труда. Да, например, грек, раб, педагог. Да, который вводит там ребенка куда-то учиться, следит за ним, он, естественно, не на цепи. Но это античность, это отдельный предмет для разговора. Андрей, у меня вопрос. Да-да. Значит, ну, поскольку, наверное, некоторые здесь присутствующих, значит, активисты, да, там, политические или общественные, да, каким, то есть, ну, многие знают, да, о деятельности, там, скажем, движения «Альтернатива», да, которое там спасает людей из этих кирпичных заводов в Пакистане. Там пресс-профунт тоже занимается защитой трудовых мигрантов, которые попали в ситуацию рабства, да, но мне кажется, что на каком-то политическом уровне эта проблема не звучит. Она существует на уровне правозащитном, да, то есть, может быть. Как, на твой взгляд, да, люди, которые не являются правозащитниками, да, но являются там, гражданскими политическими активистами, могли бы способствовать изменению ситуации с рабством? Во-первых, я, конечно, всех призываю участвовать, да, в деятельности вот тех инициатив, которые ты перечислил. Волонтерская помощь здесь очень нужна, необходима, и более того, мне кажется, для людей, да, левых убеждений это более чем логично. Было бы, да, помогать вот людям, которые оказываются в ситуации трудовой эксплуатации, других современных форм рабства. Это, в общем, в западных странах, да, их уже сегодня упоминали, это как раз такая обычная форма деятельности, активности именно левого сообщества. Да?
одна из многих, но одна из наиболее серьезных. Поэтому я бы призвал, да, во-первых, участников подобного рода инициатив вливаться, да, в помощь, в инициативы, направленные на помощь вот жертвам современного рабства, объединять в этом плане усилия, потому что иногда необходима бывает такая поддержка. Например, если там приходят обращения из другого региона, мы не всегда знаем, на кого можно ориентироваться, да, кто может оказать помощь человеку. Либо, если у нас приходит несколько обращений, мы не всегда можем где-то обеспечить просто какой-то кров, да, питание, место пребывания человека, который вырвался, да, из ситуации, ситуации современного рабства. Поэтому вот такого рода активность, это вот, ну, казалось, кажется, что необходимый минимум. Да? А что касается, я вот не очень понял здесь разницу между правозащитным подходом и каким-то другим, потому что... Я чуть поясню, да, ну вот, к примеру, существует давно название, значит, за закон против семейно-бытового насилия, да, там феминистки давно выступают, как бы, за витрохальные ордера и так далее, да. Но, значит, вот в последний год, когда был внесен в очередной раз этот законопроект о домашнем насилии, да, в эту кампанию включилось гораздо больше людей, чем как бы в ней участвовало вот все эти предыдущие годы. Да, то есть проходили митинги, уличные акции, значит, так, то есть она стала таким мобилизующим каким-то мотивом, да, для многих людей. Да. Как бы в случае с рабством, да, как бы можно ли сделать что-то такое? Есть ли какой-то, не знаю, законопроект, который необходимо поддерживать, да, там нужно ли проводить какие-то уличные акции, как бы, вот, за то, чтобы тихо принять? На самом деле, в хорошем смысле слова технический, да, то есть если есть такое желание, то можно просто как-то попробовать это обдумать, да, что можно делать. Вот, ну, как минимум, да, вот законопроект, который с 2008 года, да, поступил в Госдуму, да, по законам о защите жертв торговли людьми, да, и законам о противодействии торговли людьми, они там до сих пор лежат, да, мало кто на это обращает внимание. Существует определенная повестка дня, которую пытаются как-то формировать, да, активисты, там, в частности, альтернативы, да, но она не очень громкая, то есть, да, здесь, конечно, какие-то усилия были бы уместно, мне кажется. Вопрос в том, какие, но это уже в хорошем смысле слова технический вопрос, да? Может быть, извини, что я тут забиваю время, но вопрос важный, да. Можешь еще несколько слов сказать о том, чем могли бы заниматься волонтеры? Да, давай, могу. Во-первых, самое первое, чем могут заниматься волонтеры, это помогать вообще получать информацию, общаться для начала, например, с разными уязвимыми группами, да, с мигрантами, в частности, для того, чтобы понимать, находятся ли они вот в ситуации, когда необходима помощь. То есть у нас складывается ситуация, когда существует фактически параллельное сообщество, да, этнизированное во многом, параллельное сообщество иностранных граждан, которые здесь трудятся, работают. Это примерно каждый десятый житель города, если говорить именно о Санкт-Петербурге. И, в общем, оно во многом параллельное и для общественных активистов. То есть мало кто с ними вообще имеет дело, даже имея в виду желание в том числе защищать их права социальные, там, трудовые, даже воспринимая их с идеологической точки зрения как некую социальную опору, да, но фактически в этой среде не работают, не общаются. Вот. Начать это делать было бы замечательно. Распространять информацию о том, что, какие инициативы существуют, что вообще такое, да, современная форма рабства, тоже было бы неплохо, как минимум для того, чтобы профилактикой заниматься. Да. С правозащитной точки зрения, у нас есть законодательство, которое является продуктом борьбы предыдущих поколений политических и разного рода социальных активистов. Да. Соответственно, это законодательство мы можем мобилизовывать, будучи, например, работниками, в свою пользу. Если мы его мобилизуем, то мы прежде всего просто используем завоевание предыдущих поколений. Это как бы вот просто их усилия не прошли зря. Да? Если мы используем трудовой кодекс, значит, многие поколения рабочих, да, не только России,
но и там, прежде всего, западных стран как раз, да, не зря за это дело боролись, за 8-часовой рабочий труд. Если мы его сами не используем, не агитируем, используя других, то, значит, эти жертвы были, в общем, на сегодняшний момент действительность, по большому счету, бессмысленными, нужно начинать какую-то борьбу заново в более худших условиях. То есть здесь правозащитный подход можно воспринимать как необходимость мобилизовывать те права, да, которые уже достались от предыдущих поколений активистов, прежде чем завоевывать какие-то новые права, которые, естественно, тоже необходимо, за которые тоже необходимо бороться. Поэтому распространять информацию об этих нормах трудового законодательства, проявлять солидарность трудовую. Часто, вот, например, в нашей организации возникают ситуации, когда вот срочно, да, вот мы, например, срочно узнали о ситуации, когда несколько десятков человек идет вот прямо сейчас своему работодателю жаловаться, пытаться там добиться выдачи зарплаты. Было бы здорово, если бы мигрантов в этот момент поддержали не только мигранты, да, а какие-то подкованные юридически, готовые там проявить солидарность, люди, которые могут пообщаться с работодателем, в том числе, да, на каком-то другом языке и выступить вот в интересах рабочих. Это было бы здорово. Вообще, в этом плане, да, призываю к участию в такого рода инициативах. Есть, я слышал о том, что в Москве есть подобные инициативы, которые именно мигранты помогают. Да, создавать профсоюзы. В Петербурге был пример, да, когда существовал, по-моему, лет 9 назад профсоюз. Да, Новопроф делал ячейку, да, в которой были трудящиеся мигранты представлены. Но потом по разным причинам эта ячейка прекратила свое существование. Так вот, сегодня профсоюзы вообще выключились, да, из борьбы за права трудящихся мигрантов, в том числе. Это значит, что вообще из борьбы за трудовые права, да, потому что это такой наиболее уязвимая часть, да, рабочих. Ну и, соответственно, этот пробел тоже нужно восполнять. Организовывать профсоюзы, какую-то профсоюзную активность, в том числе с привлечением иностранных работников, с их участием. Мониторить ситуацию заемного труда, мониторить ситуацию дискриминации, сообщать об этом. Множество есть, видите, направлений работы. Было бы здорово. Да. Ага. Но вопрос такой. Вот, допустим, я взял на работу и мало плачу согласно договоренности. Человек согласен. Это есть классическая буржуазная эксплуатация или наемное рабство. Да? Mm-hmm. А теперь я пообещал, плачу, не знаю, там 30 тысяч, а в действительности плачу 10 тысяч и постоянно манипулирую человеком, паспортом, как вы сейчас рассказывали, да? Можно ли это... Не с точки зрения юридической, а вот с точки зрения по-человечески назвать, что это действительно, что это рабство. Вот, не знаю, я учитель истории и знаю, что такое рабство там тогда было, да. Но по мне, если я постоянно манипулирую человеком, в сегодняшний день можно назвать не для обоснования кого-то, не для милиционера, который записывает, а вообще просто назвать это рабством. На ваш взгляд, можно так назвать? И есть ли такая статистика, которая рассказывает, сколько таких людей находятся вот под давлением разных работодателей, да, которым просто регулярно недоплачивают. По мне, по-человечески, это рабство. Да, не юридическую сторону я беру, да. Все, вот есть такая статистика. Часть вопроса сразу отвечу. У нас вообще со статистикой в сфере трудовых отношений как бы большие проблемы, да, поэтому ответ короткий – нет, я думаю. Да. Но, как вы уже сказали, да, по-человечески, я думаю, что жизненный опыт множества людей, да, он, в общем, знает такие примеры и в отношении самих нас, да, и в отношении там многих знакомых. На вопрос в том, является ли это рабством, строго говоря, для меня, опять же, вопрос сложный. Как вы сказали, да, по-человечески,
Я бы вот здесь такую логику применял, да, и уже несколько раз озвучивал. То есть отношение субъект-субъект, если происходит, да, если субъекты равноправны, да, и принимают решения относительно друг друга, имея в виду, что будут его соблюдать, да, что, ну, скажем так, не будут в этом плане друг друга подавлять, там как-то манипулировать, да, и не имеют таких намерений, тогда, наверное, это не отношение рабства. Отношение такого буржуазного, да, как говорится, партнерства, разной степени там, выгодности, эффективности и так далее. Но вот если одна из сторон, вот если вы, как вы привели себя в пример, да, если вы заранее нанимаете человека на 30 тысяч рублей, зная, что заберете у него паспорт и будете раз в два месяца платить 10, да, то это ситуация, когда вы его воспринимаете в роли определенного инструмента, да, вы его планируете эксплуатировать, им пользоваться, да, не ставя его, соответственно, в известность. То есть вы именно путем мошенничества или обмана ставите его в ситуацию подневольного принудительного труда. Принудительного, потому что вы создали условия, чтобы его к труду этому принуждать. Да? Ну и, соответственно, вот это то, что является современной формой рабства, точнее, признается таковой современной формой рабства. Строго говоря, юридически, да, здесь уже коллега этот вопрос осветил, да, юридически рабство не существует. А вот фактически, как говорится, по-человечески, вполне, если это отношение как к объекту человека. Я еще дополню, я был в Мавритании, угу. Много езжу, да? Угу. И, интересно. В общем, видел таких людей. Угу. Это классическое, ну вот, допустим, когда мы читаем учебник, трудно вообразить, а тут ты видишь классическое патриархальное рабство. Вот прям девочка там какая-то 14 лет готовит, ну, подает на стол и все, она является рабыней, но там именно патриархальная форма рабства. И конечно, это все как там судить, но в принципе можно сказать, что все равно к ней как-то где-то как-то по-отечески дома относятся. И может быть те мигранты, которые работают здесь, да, и которых судьба пинает пожестче, чем ту девочку, да, ну, можно спорить, какое там рабство, и здесь оно более жесткое. Да, ну я поэтому изначально, да. Отметил, что мы не будем брать вот эти экскурсы. Да, просто, теории, знаете, на очень часто, ну, богатые страны или критика богатых стран очень часто обращает внимание, я обращаю внимание на свое рабство, которое здесь, например, в России. Еще, ну, скажем, за границей. Это, вот все, что здесь есть, там, в Германии, например, да, все, что здесь есть, эксплуатация, она вся там такая же, мало отличающаяся. И эти мигранты там тоже очень, ну, очень таких, об них ноги вытирают. В Китае, насколько я понимаю, там идет речь о кастах, которые имеют этническое происхождение, да, то есть, грубо говоря, африканцы, да, чернокожие, они находятся в рабстве много поколений, да, каждая семья имеет свою семью хозяев из числа арабов, собственно, мавров, в честь которых эта Мавритания названа. Но это другая история. Я, кстати, в этом плане хотел бы обратить ваше внимание, что вот раз уж мы истории коснулись, что часто попытки, намерения уже в эпоху просвещения в XIX веке отменить рабство, да, они были связаны с насильственными действиями в отношении более традиционных обществ, в которых это рабство было более распространено. Да. Например, когда в первой половине XIX века Британская империя объявила работорговлю незаконной, а затем ввела патрули специальные, патрулирующие Западную Африку, чтобы не было вывоза рабов оттуда, им пришлось вводить специальные карательные экспедиции вглубь этого побережья Западной Африки против африканских царьков, которые, в общем, работорговлей занимались как делом традиционным и естественным в то время. Да? И более того, вот такие соображения, что рабство где-то может быть традиционным и присущим, да, там какой-то определенной традиционной этнической культуре, они заставили британцев его, например, сохранить, либо смотреть на него сквозь пальцы, например, в Индии, на вот рабское положение разных каст. Да, и кастовая система сохранилась, что перенесло эти проблемы в многом в современность. Также, кстати, многие сегодня относятся, например, к одной из современных форм рабства, по мнению ООН, да, то есть к принудительным бракам. Многие думают, что это вот такое традиционное явление, да, для некоторых обществ. Ну и, в общем, если это у них традиционное, то пусть так и будет.
Традиционная ценность. Да, традиционная же ценность, да, вот пусть и будет традиционная ценность. Насколько это как бы вообще не фарисейское мышление, мне сложно сказать. Потому что, да, действительно, в некоторых обществах есть такие практики. С другой стороны, человек всегда существо чрезвычайно гибкое в социальном смысле. И если какие-то практики были традиционны там, год назад, не означает, что они имеют право на существование и будут существовать всегда. Более того, если это практики, освященные традицией, то с ними как раз бороться сложнее всего. А за что бороться прежде всего? За самореализацию этой вот девочки, которую увидели. Эта 14-летняя девочка, домашняя рабыня, она не пойдет в школу, да? Она не осознает, какие у нее есть таланты, возможности, она не станет тем, кем могла бы стать. Она не может сама распоряжаться своей судьбой, потому что она ее не знает. И в силу традиции поколения, да, людей этого не знали. То есть это такая вот серая зона, в которую попадают просто поколения, тысячи, десятки и сотни тысяч человек. К счастью, сегодня это сотни тысяч человек, да, когда рабство было юридически легальным явлением, там, в том же 19 веке, это были просто миллионы, десятки миллионов. Но вот даже сейчас, вот под предлогом того, что это некие традиционные ценности, вот такие формы рабства продолжают существовать и, безусловно, негативно влияют на... Ну, как можно говорить об освобождении людей, если такое существует? Вот. Более того, многие так называемые традиционные формы рабства – это то, что появилось сегодня в результате действия каких-то... в результате исторических процессов, ну, определенных конфликтов, например, да, которые произошли, и вот... Общество так отреагировало на ситуацию. Например, тоже отношения, которые иногда считают сходными с патриархальными формами рабства, там, которые наблюдались там, в Чечне, да, в 90-е годы, во время чеченских войн, да, либо на Балканском, да, полуострове во время распада Югославии. Были такие оценки, да, ну вот свойственно же так используют рабов. Но на самом деле это все совершенно модерновые явления, да, связанные с войной, с экономикой войны, очень уродливые, безусловно, античеловеческие, бороться с ними необходимо. Да, по-моему, первый из вашей практики, вот ситуация, когда человек боится обращаться полицию, вот какие есть алгоритмы выявления подобных ситуаций? Ну, нам все-таки такие ситуации становятся известны либо от коллег в странах Средней Азии, к которым обращаются за помощью, например, родственники, да, либо от самих трудовых мигрантов, их друзей, которым становится известна такая ситуация. Ну и, конечно, все-таки один из этапов нужно понимать, да, что на каком-то этапе обращаться в полицию необходимо. Но в этом случае... Особенно необходимо, если речь идет, да, о угрозе жизни и здоровью. Но в этом случае, да, необходимо сопровождать человека, чтобы вот не было у сотрудников полиции такого искушения, да, отнестись к делу формально и провести вот по административной части, да, наказать самого иностранного гражданина, имея перед собой дело уголовное, транснациональное, кстати, да, связанное с торговлей людьми. Это просто вопрос привлечения виновных к ответственности. Вот тут очень серьезная проблема. Там, где есть соответствующая, я бы даже сказал, воля и административная практика, я имею в виду даже, например, страны Средней Азии. Вот, например, в Узбекистане, в Таджикистане получить реальные сроки за такую вот вербовку, да, торговлю трудовыми мигрантами в России местные граждане вполне могут, потому что полиция на это идет, полиция это считает как бы одним из приоритетов, в общем, понимает в итоге, как с этим бороться. И люди получают компенсации, соответственно, жертвы торговли людьми, или как их называют сейчас в практике западной, более принято, выжившие, да, или survivors, они получают определенные компенсации, а, соответственно, торговцы получают сроки. Вот в Российской Федерации, поскольку нет сейчас желания, да, использовать даже те правовые нормы, которые уже существуют именно в этом ключе, чтобы пресекать торговлю людьми, ну, соответственно, у нас не получается пока достойным образом привлечь к ответственности таких организаторов торговли людьми. А помочь жертвам более-менее получается, особенно в той части, если это касается, например, ну, подачи заявлений в полицию, восстановления документов, оказания какой-то психологической и социальной помощи, возвращения на родину, чего они часто очень хотят, естественно. Вот в этой части получается. А над привлечением к ответственности самих торговцев, вот тут еще работать и работать, как, к сожалению.
продолжая какую-то эту тему, которая была в ответе на вопросы Ивана и Владимира, вот, ну, у нас тоже ведь есть разные регионы в стране, в том числе и такие, где вот эти традиционные, либо квазитрадиционные. В результате возникшие моменты сильные, такие, в частности, как Северный Кавказ. И вот, насколько я помню, вот организация «Альтернатива», о которой Демельников, о которой Иван упомянул, она эту тему довольно много поднимала, но выглядело это в значительной степени так, что вот в Москве некоторые, так сказать, активисты озаботились этим, причем еще общественное восприятие, такой ксенофобский был момент. Вот реально, как в разных регионах это делается, и есть ли какая-то реальная борьба непосредственно, вот те же, скажем, северокавказских регионах или в каких-то еще, возможно, регионах, где эта проблема по тем или иным причинам есть. Вот какой региональный расклад у нас вообще? Хороший вопрос. Нравится вот деятельность «Альтернативы». Ну, я согласен, да, часто это выглядит как какие-то вот, как проявление такого ксенофобского дискурса, да. Русских рабов там отправляют на Северный Кавказ, на кирпичные заводы, или там русских рабов цыгане заставляют там прошайничать. Но мне кажется, «Альтернатива», во-первых, от этого отходит, во-вторых, насколько я знаю, у них есть волонтеры на Северном Кавказе, которые сами, да, вот в Дагестане, например, принадлежат к, они представители местных народов, и они помогают как раз расследовать такие случаи, освобождать жертв торговли людьми. Ну вот, раз уж вы упомянули нашу разнообразную страну в плане этническом и культурном, я бы еще вспомнил вот такие примеры, да, принудительные браки, да, замужество по сватовству. Это очень распространено, и это и Северный Кавказ, и там, и те же мигрантские семьи, да, и мигрантские семьи из Закавказья, мигрантские семьи из Средней Азии, какие-то религиозные общины, да. Ну вот как один из форматов современного рабства, это еще, к сожалению, не воспринимается. Более того, бывают случаи, например, как-то было несколько назад в Петербурге, когда две азербайджанские семьи устроили драку, причина драки была, было то, что девочка, соответственно, из третьей семьи встречается не с тем парнем, кому она как бы оговорена в жены, да, а с другим. Вот, соответственно, две семьи спорили, дрались друг с другом, воевали, там были серьезные столкновения где-то на юге Петербурга, потом вызвали специальных старейшин, значит, из Азербайджана, и в ресторане порешили, что девочка выходит замуж за того, кому она была оговорена, да, а вторая семья, значит, мальчика, из которой она влюбилась там, то ли выплачивает, то ли получает какие-то отступные, я уже не помню, но смысл в том, что девочку-то никто не спросил в итоге, да, человеку 16 лет, ее вот так вот выдали замуж, да, и такие истории происходят. Вопрос здесь более интересный, не почему они происходят, да, не почему произошла такая архаизация, либо она имела место быть, а как представителям этнического большинства, да, в эту ситуацию вмешиваться или не вмешиваться, если вмешиваться, то чем руководствоваться. Но все-таки представляется, что как-то государство здесь должно действовать, и общественные активисты должны действовать в интересах, прежде всего, ну, то, что называется в правозащитной лексике, наилучшие интересы ребенка. Да? Явно в них не входит роль такого объекта, да, удачной сделки. Да? Сделка-то удачная, девочку на всю жизнь отдали в семью, она там будет работать вообще. Очень здорово, даже ее саму не спросили. Соответственно, бывают такие же случаи. Ну вот я, например, скажу о ситуации, которая мне известна. Эта ситуация связана с ранними браками, браками по сватовству в одной из цыганских групп, которые есть, например, в Ленинградской области. Это цыгане-котляры. Это ранние женитьбы, это ранние браки. Причем ранние, это значит действительно ранние. Там может это происходить лет 12-14. Вот. И это, в общем, не Северный Кавказ, это рядышком происходит. Вообще, достаточно тоже сложный вопрос, как влиять на ситуацию в таких общинах. Ну и для начала нужно принимать во внимание, что все-таки действительно это вещь, связанная с вторичной архаизацией. Еще, допустим, несколько десятилетий назад, в советские годы, позиция государства была в этом плане однозначно модернистская, да, назовем ее так, однозначно модернистская. И таких случаев, по крайней мере, если они и были, то и было их меньше, они были, скажем так, как-то под спудом, да, то есть их скрывали от государства, юридически все выглядело более корректно, потому что боялись привлечения к ответственности в том числе. Да? А вот здесь вопрос интересный, как вмешиваться в такие истории и о роли государства, и о роли, допустим,
тех же активистов, да, из числа местного, местного населения. Мой рабочий ответ, конечно, что вмешиваться необходимо, тем более, что зачастую это не настолько традиционное. Во-первых, это никогда не настолько традиционное общество, как они себя хотят, за какие они себя хотят выдать, да, во-вторых, сами жертвы, да, они зачастую ищут такой помощи и, безусловно, необходимо оказывать такую помощь. Мне вопрос, видимо, тоже актуальный для Питера, да, это вопрос о проституции. Да, то есть, насколько... Проституция является формой рабства, да, какой, может быть, элемент рабства содержится. Вот. И как, может быть, опиши какие-то, не знаю, примеры, да, как люди попадают, собственно, в рабство, или сексуальное, или не сексуальное тогда. Ну вот сразу хочу сказать, что вот, собственно. Дело в том, что мы узнаем о таких случаях, но к нам напрямую жертвы еще не приходили. Может быть, к сожалению, мы были рады здесь оказать помощь. Но, тем не менее, я на этот вопрос могу отчасти ответить. На первую часть вопроса, да, является ли сексуальная, является ли проституция формой рабства всегда, это вопрос очень дискуссионный. Здесь спорят, в общем, феминистки, да, разных направлений прежде всего. И я бы здесь водораздел обозначил бы следующим образом. Если одна позиция, которая считает, что человек в принципе свободен распоряжаться собой в любой возможной форме, да, и значит необходимо вот эту свободу оградить просто от принуждения, от давления, от эксплуатации, тогда вот эта часть феминисток, она выбирает определение там секс-работа, да, и занимается вот защитой права, да, на эту секс-работу без каких-то определенных, с их точки зрения, извращений, связанных как раз с принуждением, с эксплуатацией, с вербовкой, с сутенерством и так далее. Другая часть, и обычно это, кстати, более левых взглядов феминистки, они говорят о том, что человек – женщина. Женщина, в принципе, не может быть предметом эксплуатации и вообще не может и не должна даже сама к себе относиться как к товару, да, которым будут пользоваться. И, соответственно, даже в ситуации, если она сама приняла какое-то подобное решение, да, вовлечься, но они вообще не используют термин секс-работа, да, вовлечься в сексуальную эксплуатацию, это значит, что-то ее привело к этому, да, какого-то рода давление внешнее, какие-то внешние обстоятельства, зачастую сконструированные, созданные специально для того, чтобы девочку или женщину, да, как-то ввести в эту сферу эксплуатации. И, соответственно, нужно бороться с проституцией в принципе, да, что она в принципе не имеет права на существование, а все женщины, которые в нее попали, вне зависимости от того, считают ли они сами в данный конкретный момент времени, потому что в будущем они могут изменить свое решение, да, допустим, выйдя из ситуации принуждения, понять, что они находились там под контролем, в том числе психологическим. Вот вне зависимости от того, что в данный момент времени женщины считают, необходимо с этой ситуацией бороться, пресекать и всячески там, запрещать за счет, в том числе, вот, использования шведской модели, да, например, то есть криминализации потребления сексуальных услуг и так далее. То есть здесь такой спор достаточно принципиальный. Как на практике выглядит ситуация? Ну вот, бывают ситуации, когда вовлекают именно в оказание секс-услуг сожители, да, причем сожители иногда женщин-мигранток это делают. Да, я думаю, что мы сейчас все понимаем, о чем идет речь, да, все помнят эти цветные листовки, да, которые все время у нас висят, да, это Кызлар, Мухаббат, Севинч и прочее, вот, которые, безусловно, имеют отношение к увлечению в проституцию. Так вот, часто увлекают сожители, часто бывают случаи, когда женщины, ну вот опять же, да, вопрос, сами на это идут. Что это означает? Это означает, что они всю жизнь хотели этим заниматься? Вряд ли. Означает ли это, что они оказались в такой ситуации, когда вот в такой ситуации отчаяния, что это единственный какой-то способ, да, на что-то заработать? Наверное. Но в любом случае это связано с определенным принуждением и уж совершенно точно связано с очень жесткой стигматизацией. Вот женщины, в особенности из этнических меньшинств, в особенности среди трудовых мигрантов, они крайне редко обращаются за помощью, если попали вот в отношения такой вот, если попали вот все эти проституции. Прежде всего потому, что соплеменники, да, грубо говоря, не поймут, и виктимность будет преодолеть очень сложно. Вот.
Более того, я помню ситуации, когда лидеры этнических сообществ, которые позиционировали себя как защитники трудовых мигрантов, они заявляли, что вот с чем мы будем бороться, так с этой проституцией, так это с проституцией наших женщин, потому что они позорят нам, наш народ и так далее. Вообще, вот этот дискурс, я бы его тоже отнес бы к рабовладельческому, потому что это дискурс, который воспринимает женщину как некий объект, да, на который имеет собственность некая этническая общность, да, и которую она ревностно защищает для того, чтобы не допустить поругание там, чести, устоев и так далее, нужно подчеркнуть. Да? Вот такие отношения, мне кажется, в принципе неприемлемы, и помощь таким женщинам нужно оказывать. Иногда я слышал, по крайней мере, о ситуациях, но не довелось с ними поработать. Ко мне рассказывали о ситуации, когда напрямую, например, привозят девушек несовершеннолетних, например, обманом, обещая где-то работать в Петербурге. Ну, где работать? Например, стирать, готовить для бригады рабочих. Да? Привозят на стройку, и затем тут же на этих стройках продают как секс-работницы. Здесь уж явно ни о каком добровольном увлечении не может быть речи. Если говорить о, собственно, моей позиции, да, я склоняюсь в пользу вот позиции, что, конечно, женщина не может быть товаром, и всегда есть определенные обстоятельства, негативные, и обстоятельства, сконструированные в интересах там, сутенеров, в интересах этой индустрии, когда она вовлекается в то, что другие называют секс-работой.